Я вас приветствую, дорогие телезрители, на своем канале. С вами, как всегда, Робин. И сегодня порадую, может, не порадую, очередным повтором видео. И эту Windows 10 вообще, блядь, нахуй вертел. Обновы пришли. Я вот уже пытаюсь, я сижу целый час и пытаюсь настроить звук. Хотя бы микрофон, у меня ничего не получается. Через OBS пробовал. OBS вообще ничего не видит, не слышит. Не знаю, может быть, я такой, сука, деревянный где-то, австралопитек. Но реально, раньше было проще, до обновлений. После обновлений всегда хуже становится, стоямба. О, надо, чтобы было видно. В принципе, так. Стартуем. Кто у нас? Как всегда, ничего не видно, блять, из этих, сука. Стивен Сигал. Блять, идет. Так. God at play. Никакой не бог. И рефраф. Дождливый Brands Hatch. Такой себе трек. Хочу сказать. После выпуска я покажу, что он из себя представляет. Ну, большинство, конечно, в курсе, но... Немного грязи. Привет, как танк, как я и обещал в прошлом видео, что я сделаю следующее с этой машиной повтор. Обороты вот эти даже для гонок, они приемлемые. Не надо выкручивать все соки, все сало, но смысла ни смысла, ни умысла не будет. Вот и пожалуйста, линия старт, видишь? Ни грязь, ни понос не отменит мотокросс. Поэтому я грязный сел в машину, грубо говоря. Да, я уверен, что если играть на руле на этой машине, она просто как по рельсам идет. Пошел дождик. Первые капли дождя самые скользкие, потому что поверхность на трассе становится маслянистая, с каплями топлива, с кусочками резины. И это очень скользко, очень и очень. Не, вот там сделан такой выезд, я на него и выезжаю, не стесняюсь. Это, конечно, грязновато, но что поделаешь. Такая игра, она как сплошная грязь. Я не знаю, что тут еще грязевых гонок нету. И тут ошибочка вышла. Теряю накал.
Причем тут кал, я не знаю. Понятно, что гоночный темп уже спал, так как уже все реально мокрое. Выносит везде на внешку. Чувак ко мне приблизился. И это God at play. Бог у игры. Дословно, если переводить. Посмотрим, какой он бог. Как вы могли заметить, это так же едет, в принципе, симбиоз. Повтор. Я чуть выехал на траву, он выехал. И, в принципе, все справедливо. Но с такими условиями нарастить заметно темп, это нереально. Ладно, еще когда сухо, но с дождем наоборот нужен средний темп, такой хороший средний. То есть тут больше ценится не скорость, а именно баланс, что-то у него фары покупки. Странно. А, у меня тоже. А, это, походу. Светло стало, фары выключили. Питается чел. Изо всех сил. Не то чтобы я там выбираю гонки, чтобы были слабые соперники. Ну, блин, не припадает так. Вот этот чувак по-своему хорош. Я вот даже так чуть-чуть обосрался тут, и он... Он приблизился. Хорош. Вот такой был финиш. Что я могу сказать? Было желание сделать видосик на аэродроме. Я тут сделал бус моей мечты. Сейчас я покажу. Так. Или нет, я не буду ничего показывать на самом деле. Сделал бус своей мечты, короче. Полный привод, так чуть-чуть тизер-хуизер. Движок самый мощный поставил, который туда можно. Ну и начал на нем дрифтить. Мне это понравилось, так как в Dirt 4 у меня сейчас нет возможности играть, потому что эта игра снеслась, так как Windows 10 борется за пиратство очень сильно. Поэтому игра, короче, слетела. И пытаюсь записать, но после обнов очень сильно фризит. Даже сейчас видно, как машинка крутится и чуть-чуть фризит. То есть Windows намекает который раз, а не пора ли тебе железо помощнее поставить? Но сейчас пока нет возможности. Что ж, на этом я планирую заканчивать. С вами был, как всегда, я. До скорых встреч.